Всем привет, меня зовут Курязов Артур, я ученик курса робототехники. Я уже на 5-м месяце. Мы уже прошли программирование C++. Можно управлять вещами, лампочками, кнопками. Сегодня я прошел 4x7 сегмент дисплей. Он может с 1 до 4 читать. Еще тут можно слова написать, можно управлять через программирование. Я думал вначале то, что программирование C++ тяжелое и скучное. Но оказывается, когда я выучил, как писать коды правильно, она оказывается очень легко, чем mBlock. Вот этому всему я научился в курсе робототехники в учебном центре Data.